устал, если честно. Как бы тяжеловато игра проходила, особенно первый тайм. Но сейчас на самом деле самое главное сейчас 3 очка. 3 очка. Задачи всем ясны наши, да. То есть по игре я не особо доволен там первым таймом. То ли жара, то ли того, что, то, что у нас тут на стадионе на лыбе трава высокая прям была, мяч тяжеловато катался, как плюс жара. Ну вот только на это могу сыграть. Вяленькими прям были прилично. Соперник там назад откатился и все зоны там пытался перекрывать, как бы были зоны, через что можно было атаковать. Мы их не использовали. Чуть-чуть там в начале тайма было опасный момент, в серединку чуть провалили, в концовочке чуть добавили, но в целом потом во втором тайме вышли, немножко их придавили, и заменки, считаю, сыграли там свою роль. Данил Горнов хорошо вышел, Смирнов Виталий вышел, как бы оживили игру, и пошло накатом. Считаю, что выиграли по делу, играли с запасом, не хватило только еще там лишних парочек голов, ну там вратарь более-менее нормально играл. Поэтому, ну для начала, да, я сам, если честно, ожидал немножко другой игры, как бы, но это уже будем на тренировках там между собой разбираться, все поправим. Главное, что сейчас 3 очка заработали кровью и потом, можно так сказать, и сейчас все довольны, ушли со стадиона. Данил Николаев сыграл на месте защитника, да, это наигранная история или эксперимент? Нет, не эксперимент, мы с ним поговорили, в том сезоне у нас с центром особо там не вязалось, а в этом сезоне ребята пришли поопытнее в центре, как сказать, получше, как с мячом обращаются, ну и, соответственно, у нас была вакантная позиция как раз третьего центрального защитника, вот мы искали как что, и решили, мы с Санычем подумали, а почему бы нет, как бы он сам ответил там взаимностью, сказал, что давайте попробуем, ему в принципе лишь бы играть, как бы на какой позиции приносить пользу команде, ему без разницы, поэтому сегодня он более-менее нормально отыграл. Есть там свои недочеты, плюс-минус, там Андрей с Антоном Зайцевым, Костриков Зайцевым там сыграны, они уже весь сезон играли, то есть он еще притирается, но у нас и так 2 центральных защитника, еще есть как бы полный комплект, у ребят хорошая конкуренция на самом деле, поэтому есть с кем заменить, да, есть с кем конкурировать, поэтому ребята есть интересненькие, так что я думаю, в этом плане там даже в обороне мы будем только прибавлять. История с заменой у Колоса, что там случилось? Трибуна не очень понятна. Если честно, ситуация, по-моему, была такая, то, что ждали одного парня, который должен был у них в старте играть. Написали его в старт, он опоздал к игре, и, соответственно, его в протоколе не было на замене. То есть в старте он был, а на замене его не было, из-за этого его судья так и не выпускал. Тут как бы долго это все дело длилось. Ну, нас это как бы касаться не должно, да, в принципе, нам без разницы, что там случилось. Ну, значит, заполнили так бумажку. Я как бы говорить ничего не имею. Если бы это был район, вопросов нет. Выпускайте кого хотите, давайте играть. Ну, неправильно заполнили, это не наши проблемы. Поэтому, ну, было так неприятно, да. Может, они считали, что игрок там усилит, оживит или принесет очки. Возможно, так бы и случилось, а возможно и нет. Поэтому то, что было, так и осталось. Колос, усиленный игроками пищевика, это главный соперник Добрыни по игре? По игре? Ну, сегодня по игре я не увидел, что главный соперник. Возможно, на выезде что-то у них поинтереснее будет. Сегодня как бы, ну, их, как сказать, 15 человек приехало, да, там есть ребята, двое или трое, по-моему, я их видел за пищевик. Я пищевик в целом не видел, но есть там один парнишка, там 9-й номер, более-менее там интересненький. Ну, не знаю, как фамилия, просто вот по тому сезону еще тоже видел. Да, острота от него исходила, но опять же, один в поле не воин, тем более ребята у нас более-менее нормально, хорошо с ним справились. Один моментик у него был, как бы, ну, не забил. Поэтому я бы не сказал, что, как бы, как это сказать... Чтобы не громко это было сказано, да, то, что они нам не соперник. У нас каждая игра соперник, самый главный соперник – это мы, сами себе. Поэтому сегодня мы даже сами с собой боролись больше, чем с Колосом. Поэтому хорошо, что так все закончилось. С победой! Спасибо!